Каждую минуту в мире покупают 1 000 000 пластиковых бутылок, а ежегодно используют 5 триллионов пластиковых пакетов. Половина всего производимого пластика для одноразового использования. Это лишь некоторые из тревожных статистических данных программы ООН по окружающей среде UNEP. Она предупреждает, что пластик теперь – часть ископаемых Земли и маркер нынешней геологической эпохи. В мире проводят кампании с призывом отказаться от использования одноразового пластика, который загрязняет наши моря и столетиями разлагается на свалках. Джудит Энг, глава правозащитной группы Beyond Plastics. Поход в любой американский супермаркет – это маленькая пластиковая катастрофа. Но каждый человек может предпринять отдельные шаги, чтобы сократить использование пластика. Мы часто едим арахисовое масло, и я беру его в стеклянных банках. Мы купили несколько апельсинов, которые я положила в свою многоразовую сумку. Когда я покупаю рыбу, то прошу не класть ее в пластиковый пакет, а заворачивать в бумагу. Она также не покупает овощи в пластиковой упаковке. Очень удобно, когда морковь уже почищена, но я покупаю морковь без упаковки, просто мою ее и режу самостоятельно. На самом деле она намного свежее на вкус и стоит дешевле, чем морковь в пластиковых пакетах. Большая часть пластика не подлежит переработке. При этом, по данным UNEP, ежегодно люди производят 400 миллионов тонн пластиковых отходов. В свете этой проблемы ко Дню Земли 2024 подготовили новый слоган «Планета против пластика». Он призывает к 2040 году сократить потребление пластика в глобальном масштабе на 60%.